Эти кадры мы снимали в середине марта. Тогда сочинцы возле стройплощадки по улице Шоссейная, 8, устроили пикет. Таким образом, высказали протест против возведения очередной высотки. Сюда активисты наведываются регулярно, но работы на участке не прекращаются. Мы выбираем природу! Долой незаконную стройку! Местных жителей пугает не только факт начала работы и строительства без разрешительных документов, что подтверждают в администрации Хостинского района. Перед подготовкой участка здесь под пилу пошли пальмы и кипарисы. Поваленные деревья и сейчас можно увидеть недалеко от участка. Более того, предложение по продаже квартир в несуществующем пока доме уже можно найти в интернете. Был установлен факт при мониторинге сетей интернет начала продаж жилого дома, квартир по указанному адресу. Это является нарушением 214 ФЗ. То, что действия владельца земли идут вразрез с федеральным законодательством, градостроительным кодексом и генпланом по застройке курорта, говорит и Станислав Иванченко, представитель межрегиональной общественной организации развития общества социальной справедливости. Теперь и эта организация подключилась к борьбе с самостроем. К нам обратились люди, местные жители, о том, что ведется непонятное строительство с видимыми нарушениями. Мы обратились в соответствующие органы за разъяснением. И значит, сегодняшний день, скажем, ответов еще у нас не получено, но есть информация о том, что есть обращение уже в суд администрации. Чем закончится история с самостроем на Шоссейной, покажет время. Администрация города уже направила в суд исковое заявление. Борьбу будут продолжать и активисты организации развития общества социальной справедливости. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.